Хочется всех вас, самые преданные люди джазу и преданные Донецкой областной филармонии, поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, в этот день. Такие неспокойные, но все-таки на улице хорошая погода, правда? Птички поют, джаз играют. Значит, все хорошо, жизнь продолжается, и да будет так. Я с огромным удовольствием вновь приглашаю на эту сцену Сетет Джаз Александра Кузьмина. Мы открываем второе отделение невероятно популярной композиции «Sing-Sing-Sing», что значит «бой-бой-бой». Даже в это время нужно петь и радоваться жизни. Джазовый стандарт, написанный в Луи Прямой в 1936 году. Более распространенной является версия «Без слов» в исполнении оркестра Бенни Гудмана, которая считается неофициальным гимном эпохи свинга и была впоследствии введена в зал славы Грэмми. Далекие от джаза советские зрители телевидения регулярно слышали эту композицию в программе «Что, где, когда». Помните? Если не помните, то...